Настало время, когда приходится делать видео с Юты. Сегодня воскресенье. Собрались мы посмотреть песок в Юте. Есть ли он вообще тут? Вот ждем нашего соседа, чтобы он собрался. И газу. Ехать будем 130 майлов. Часа полтора-два. Сегодня денек шикарный. Так что такое дело. Все, до встречи на песку. Песок в Юту, такой здесь департмент, парковка, pay station. Люди становятся в очередь и вон туда уже заезжает на песок Эри. Сейчас узнаем, что почем. Но пермиты в Юте на мотоцикл очень дорогие. Получается $30 пермит и на год. В Орегоне $10 на 2 года. Вот такие расценки. Сейчас мы узнаем, что у нас здесь. Ну, у нас получается $18. Придется сейчас... А, нет, да. О, минимум фи, пермит за день $18. Короче. Заплатили за парковку 18 рублей, едем дальше. А куда едем? Да не знаю. Дерево с деньгами. Да. Вон олени вышли поджамповать на песочке. Вот наши напарники едут. Сегодня даже погода нам подфартила, не будет сильно жарко. На улице у нас получается 73 и пасмурно. А, да хорошо, было бы солнышко, обгорели как суслики. Вот эти пески, и Юта катается на них. Приехали на парковку. Место валом, а горки интересные, даже очень интересные. Сейчас будем их пробовать покорять. Разгрузка произошла. Вот это Юта песок. Горки, как говорится, высокие и мощные, но ветра нету и очень сильно все
дребезжит, долбается и так далее. Горки хорошие, длинные. Вот там внизу мы припаркованы, наши ребята, вот они. Первые. Прикольно. Перегревается. Какое-то интересное дерево. Скручивается, смучивается, четыре корня. Пойми, разбери. Все вокруг это дерево. Шесть корней? Может быть. И 66 лошариков по кругу. Надо как-то и собаки. Веришь? Ну, не говори. Классная техника. Тысячный. Прикольно. Да, вот такой взять, да. Синий мне нравится. Еще смотри, у этого красного типарца. Мне нравится, да, мне тоже. Бэй, все степ бай степ, все будет. Динотек будет переворачивать. Всему свое время, да? Да. Я уже готовлюсь, видишь, начал скуртить. Подняться. Саня, идем наверх пешком. Идем. Смотрим. Да, риск был большой. Мы ехали сюда вдвоем на подъем. Я думал, там будет площадка. Thank you.
сильно вьюга. Ну и вот ребята from Moldova, Racing Moldova, отдыхают внутри. Столик замутили. Не, ну есть чуть, не спорю, даже видно. Но на улице вообще экстремально. Нереально быть на улице. Ну да даже и так нереально. Отменили нашу традицию, жареной картошки нету, но уже как есть. О, уже буря успокоилась, но все дали дёру. Видите, какое пылище? Нам очень повезло. Было такое, что невозможно было на улице сидеть. Сильная буря подняла. Повестешься. Та сева, куди фу вас сева зовут? Ой, вообще нереальный гейша позовут. Говори, что еще есть инцеллер, должен быть шарфи депу. Нари батареи, нари ник шарфи депу. Ну да. Все, повтебун, латец. Миша, как твой там Animal Style называется или как там? О, еще смотри, добавочка. День заканчивается. Едем домой. Сборка и домой. Кухню нашу собираем. Денек удался, все нормально, без происшествий. Своего рода фан, короче, здесь Орегон по-своему, Юта по-своему. Так, что такое дело? Территория маленькая, но зато очень крутые хиллс. Очень. Прямо стоячий, как вот вы видите. Все, до встречи в следующий раз. Сейчас домой 130 майлов. Это называется душ. Зашел в душ, принял душ. Смазали тебя, почистили, поставили на